Я уезжаю. Мама, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Мама, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights. Мама, I'ma be a rockstar. Давай еще раз. Я же кричал, Франц. Подними бумажку. Чуешь? Подними, после сам мусор и выкинь смятный. Мусор. Я хороший оператор. Нет, я Там. Это ж для цели, для контента, бля. Круто. Это было для контента. А где ты так для 5700 подписчиков набрал? Я вообще... Это ж Ваки Вампиров, пожалуйста. Мэджик. Ломаешь. Yeah, boy, so sick, dude. Up their glasses, no expression, no expression. Ох, блядь! Ох, блядь, штука стопорнула, ебать! Женя, дивись, там малышата курить электронную шляпу, а ты робиш ТЛВ, послева. Бачиш, електронні шляпи курить. Нормально, как думаешь, правильно? А це круто чи ні, Жен? Угу. Це круто курити електронні шляпи? Ну скажи, як 11-літній пацан, який почти робить телевізор. Ну скажи. Ні. Не круто. Саня, ну, що тобі не можеш робити? Маленькі усилі, і все одно, сука, під дим. Маленькі? А ти ходиш у це. Тут, блядь, стараєшся, не можна нічого вигулити, блядь. Стараешься, на колінах повзаєш, весь грязний, весь, блядь, в парафіні, нахуй. З носа тече, блядь, температура 39. Все одно хуяриш. Шайн сюди мені зробить. А ти мені сказки розказуєш, байки. Ні. Шо? О,
Чо, Вова, серйозно? Це для тілок тема, Вова. Ну, електронна шляпа. Це ж електронна шляпа. Ти що? Ну, блядь, ти чо, будеш курити це? Вова. Ти... Я хочу так диму, сука, запустити на мене. Да ладно, ну, Вова. Да? Ти лучше водки живи. Та не можна. Вчора, блядь. Ну, давай, скажи, Женя, ти ж намазав, давай. Ох, блін, Женя! Ох, блін, Женя! Що це було? Далі! Ну, іменно це далі! Я ще раз. Чуєш, відійди, відійди. Ох, блін! Бля. Что там, нога? Не сломал, Жень? Точно? Казав, відпочинь. Стай, дихай, дивись на Вована, хорошо? Більш не роби. Давай, Вова! Давай! Давай! Блядь! Йоп! Курва! Сука! Блядь! Ти чуть мене в пол не стащив! Вова мене схватив за руку, чуть не утащив. Кого, чого? Спереду можна буде допомагати? Все зробимо. Дайте, може бути середу десь. Потім, коротше, пообщаємося. Бо я ще зайду. Ну, я уїжджаю. Маман, чому ти оператора свого збиваєш? Я ж не знаю, може плюнути. Все, понял, да. Я в камеру. Я... Ще якщо трьох упальну, то буде взагалі ніщак. Бери по повній катушці. Надо, блядь, зубачить. Это охуенно. 8 кусков, блядь, что такое? 8 кусков. А экрамок это что не должно быть? Все шло? Я экрам. Что начисто? Вин Чадина учится. Я сегодня на Маритис подошел. Это нормально? В фитнесах. Фитнесах. Я, блядь, не верю. Покажешь мне видео, и тогда я нахуй поверю, блядь. Добре, так покажу. Не надо. Покажу видео. Ван, давай бери его под контроль, чтобы каждый день был прогресс. Та який прогрес? Я так не хочу. Дивись, який прогрес? Покажи, ну, диви, який прогрес у тебе. Ролик, колесо, прямокутне, квадратне, хуй простиш яке. Ти глянь, дивися. Дивись, яке уїбанство. Боже, як можна на такій пізде катати, нахуй? Глянь. Та викрути ту свою кастрюлю. Диви, блядь, що робиш. Йо-моё. Їх уже на мусор, нахуй, давним-давно треба викидати. Як ти так катаєшся собі, навіть самому, я взагалі не розумію. Ролики нахуй не мусор. Я... Ні, дивись, сам лайнер, ботинок може бути, рама може бути, а колеса треба міняти по-любому. 100% всі повністю викидати, вже тупо викидати. Я тобі вже наголошую цілий місяць. Такі, два вже наголошую. Тобі самому, ти просто поставиш нормальні колеса, ти побачиш, як буде класно, м'яко і круто катати. І скорість буде, і не буде цього дир-мир-цир. А йому попробуй. Понімаєш?
Что там, мыши бегают и там дивиться, что там робиться? Нет, надо я щось... вон в цих катаюсь, вони типу USD вроді би все, да, вони важкі, то я собі хочу карбони, бо не, ну, немає типу змоги я. Може Adidas нахуй проспонсирує, яка їбе на мать, блядь. Колись може куплю. То я хочу ці вже ці, які типу нормальні, і то вони типу, блядь, я їх хочу міняти нахуй. Раму хочу міняти нову і хочу все ці. Оно приятно катати, ти коли одів охуєнні роли, оно зовсім, блядь, зовсім не то, блядь, ну, типу охуєнно. Та давай, Данилюк, нести. Я тобі питаюсь донести інформацію, а до тебе не доходить. І я не знаю, що його робити, як тебе вчити. Ти ученик поганий, тобі сьогодні два. Я знаю, що вміється, бо я сьогоднішній годині поставити. Ой. Нахер. Ох, знаешь, молодец, Женя. Спайн, ти вже взагалі прокачаєшся. Бачиш, хорошо, що є трейли в нашому місті. Ти технічно навчився кататися. А цей пацик приніс нам води. Спасибо. Давай п'ять. Спайн – моя любима фігура. Дай покажи. Женя ударил, догнал меня в воздухе, ударился, упал через руль. И теперь болит рука, да? И просишь, чтобы я не вставлял. А ты болит? Нет. Ну ты все, ты что? Воу. Даже вот это. Все, значит, все окей. Катаюсь. Я еще покатаюсь трохи. Если вы бы... Привет. Здравствуй и ты. Здравствуй.
Здравствуйте. Ты катаешь на чем? Я не приветствую, а желаю здоровья. Вот. А, я понял. И, вот, травматизм надо ликвидировать, чтобы ну, есть параметр, позиция, спорт, спорт. Блин, он, вот, например, у меня малой какой-то сынок, да, 8 лет, я его на спидбэк хочу записать. О, это жесткая тема. А тема так, типа. Это жесткая тема. Ой, ну, конечно, но это все-таки спорт, правда, мото. Ой, там жесть, там такая жесть, там такие рубли были у малого. Да. Если бы поспорили бы, попробовать мне покататься чуть-чуть, пожалуйста. Дать покататься? Да. Ну, я не знаю. У нас было так, дай покататься. Ну, покататься. Ну вот, пацка, кибаш. Если бы был еще кто-то на велосипеде, я бы дал бы. Просто незнакомый человек. Чтобы я мог догнать, если что. Так, не на чем. Я бы здесь, в чашечке. В чашечке? А BMX не подойдет? Вам бы не требовалось бы догонять. BMX не подойдет? Что-что? BMX не подойдет? Любой. Дай покататься. Ну. Вот человек. Пожалуйста. В чашечке. Ух ты! Я был первый в городе Ровно BMX. Это было 15 лет назад. Его угнали. Там с болтами, Владимир, повисят. То есть стойки, то есть сидушка. Когда еще это было? Съезжать умеете? Получится? Ой, я не знаю, чем закончится. Нужно педали параллельно земли ставить. Если вы сопроводите, прошу, да. Буду следовать. Вот так вот ноги. Стой вниз и не вверх. А так вот параллельно. И только тогда съезжать с такими ногами, жесткими. Придерживаться какой стороны преимущественно? Параллельно. Обе стороны должны стоять параллельно земле. Можно я круга 3-4 по борту пройду? Конечно. Вот, я покажу, да? А, по борту? Тут скользко. Аккуратно. Чувак, знаешь, перед камерой быть. Я тебе просто сегодня целый день. А ты дай камеру, будь ласка. Ты всегда в кадрах всех. Тут очень скользко. Аккуратно, хорошо? Я этого не заметил. Спасибо за то, что сообщили элементы скользил. Я просил сколько? Три. Один сделал, где еще два. Можешь шлем дать? Вот. Я не... Ой, нет. Нет? Ну, хорошо. Я благодарен вам за... Хорошо. И, ну, катайся. За заботу. Не стартую. Ощущаете соотношение от переднего колеса касательно земли с задним? Просто практикой, по чуть-чуть начинаю прыгать выше-выше и чувствую велосипед. Объяснить я не могу, но нужно чувствовать. Да. Ну. Так, можно это Зина? Як я там катаюсь, мені вже пацани, блядь, нахуй доложили. Ти не думаєш, що я добрий? Ти, блядь, сука, нахуй заїбав, блядь. Що, не сказав щось? Так. Да. Що сказав? Ні, ти поза, ти, якщо щось маєш проти, то ти мені говори в глаза. А ти через когось, нахуй, не говори, блядь. Ти взагалі, сука, попутав, нахуй. Ні, да, за спиною не можна. А ты курва, блядь, я тебе что-то помогти. Батя, кажи. Сейчас базар за спиной, Вован, ты меня воспринимай серьезно. Я нихуя ему хуёваный, ты сам бачишь. Я ему да, ты, по шовке, колеса. Ты помогти ему хуй, бачишь. Трюки, что-то подсказать, что-то по элементарному. А він на мене каже, що мене дюнки нахуй. Он пацанам моїм, блядь, говорить. Да. Прикинь, блядь. От же ж, блядь, піде мені. Ох, тут в житті буде тяжело, блядь. Це жалей,
конечно, мне, Как у вас это получается-то вообще? Это, блин. Ты видел, как я трубу хуярил? Как это скользило там до половины. Ты что, не видел? Возможно, я это. Да хуярил сегодня ты шо, ты не раз. Вот эту там ветку. Я прошу прощения, я не все вижу. Возможно, что-то я упускаю. Возможно, этого, что вы имеете в виду, я и не видел. Пожалуйста, дай еще три круга. Давай, нахуй покатайтесь. Блин, ну. Ох, блин. Нормально? Слава богу. Лучше вам это без шлема не кататься. Ни в коем случае падение было без элементов травматизма. Главное, что сами было. Вы аккуратнее катайтесь, хорошо? Вы назад не перехиляйтесь, бо продовжить кидати. Бо перевернетесь. Дякую. Ну і впадете так само, як вже не впали. Дякую. Хорошо. А що ти вообще за чоловік? Фиговый насинг, нужно на ухэнд. Тут гальма есть? Да, тут есть гальма. А я все життя жив без них. Да, без тормозов жили всю жизнь. И шукаю, кто б навчив гальмувати. Это очень просто. Да я знаю, але повірте, коли 30 років жив без них, то блін, то не... То тормозіть без них, не ставте руку просто туди. То враховувати, що вони є? Можна не враховувати, просто катайтеся без них. Йо-моє. Dangerous. Dangerous, man. Бляха-муха. С вами все хорошо? Слава богу, да, спасибо за заботу. Может, стоит уже задуматься о том, чтобы не дергать руль или отдохнуть? Это хорошо, что вы сообщили о том, о чем стоит задуматься. Я прошу прощения, я еще бы два круга, но уже задумываясь о том, о чем не сообщили. То есть попробую внять те замечания и теперь проехать еще два круга, уже учитывая то, чего не стоит делать. Не дергай ты руку. Ага. Нужно стоя, желательно кататься, наклоняться на переднее колесо. Скажите, я спускаюсь отсюда как-то, да, вот этот... Вы спускаетесь и дергаете руль на себя. Ага. Нужно давить его на землю, наоборот. В принципе, не учитывая меня, копить, зачем я это делал? Ну, то есть, что стало причиной того, что... Вы затянули руль и... Поехали и протянулись. А с какой целью я это делал? Ну это вам виднее, с какой целью, уже не знаю, зачем так делать было. Вам нужно случайно. Просто, когда вы съезжаете... То есть размышление в спортивном варианте, без личностного характера, а вот именно вот, ну, спортивная диагностика, аналитика и так далее. Спортивная диагностика, вот, вам нужно ехать, во-первых... Почему я совершил это? Ну, вот, почему вы совершили, я не знаю, да, но нужно вам наоборот, стоя, наклоняться над передним колесом. Вес смещать наперед, а не назад вес. Я сейчас попробуйте. Спасибо, что хорошо. Сообщили. Шлем точно не? Тихо, ну что ты бегаешь перед камерой, блин, всегда? Веди тоже, веди.
Наклоняйтесь на переднее колесо. Да. Ты все равно держишь, да? Эй, бой. Натяв школьничку. Ой, натяв школьничку я не можу дать. А, извиняйте. Але погоджуйтесь, що це школьничок? Конечно, школьничок. Ну, просто здесь можно вилку поцарапать. Она... Не, мне не жалко, вилку можно поцарапать. Она дорогая. Да, школьничка. Встал. Вы слышите это? В 12 часов ночи не успеваю смонтировать видео. Мне еще нужно спать, потому что в 6 утра едем карьер строить для Фронтстропа. И в 12 часов ночи не могу домонтировать, потому что мне нужно за ночь смонтировать, а он стучит еще. Не спит ребенок. Его не выводят на улицу. Да сколько можно? Уроды. Алкашня. Смотрите, что делает. 12 часов ночи. Мне нужно монтировать жесть. Мне нужно с утра вставать, копать дропы для фронта. Я не могу сделать блок, потому что его долго делать, еще часа 2-3, а там вот такое, что этот его дед алкаш мне предъявлял в лифте, почему я стучу по батарее, вы представляете, когда они шумят постоянно. Сумасшедшие люди, невоспитанные, нецивилизованные. 2:25, я продолжаю монтировать еще вот фотку, а там в нашем гетто крики, опять же. Йоу! Привет! Здорово! Как добрался? Нормально. Еле выселился. Новый байк? Новый вельчик. Сразу байк-чек. Да. Уже сейчас. А? Сейчас. Тяжело было ехать в автобусе. Сколько часов? 5 часов ехал.